называется физическая модель магнитного монополя единственной элементарной частицы во всей Вселенной. Да. Так, прошу. Да. Я повторю то, что я сказал вчера. Микрофон. Существует тенденция, которая признает существование эфира, но такой эфир иногда газовая модель эфира. И, кроме того, такая газовая модель эфира иногда основана на авторитетной современной квантовой физике или на псевдоавторитетной современной квантовой физике, которая почти недействительно критикует математически ошибочную сущность вероятностной теории, невероятностного подхода к физическому явлению. Ошибка хитро зарытая в авторитетную современную квантовую механику из-за вероятности важнее, чем ошибка Эйнштейна или ошибка теории относительности Эйнштейна, с моей точки зрения и с точки зрения Анатолия Павловича Смирнова тоже. Газовая модель эфира имеет трудность объяснить ускорение или убавление скорости вращения круговой частицы или кругового тела без направления, и так что трудность объяснить направленную силу как антигравитации или как направленные взаимодействующие силы между частицами или между телами. Между прочим, волоконная модель эфира, которую я вывел из ньютоновского подлинного третьего закона динамического взаимодействия, умеет последовательно прорезая макро- и микромиры объяснить магнитно-гравитационную силу внутри ядра, магнитно-гравитационную силу эффекта Казимира, всемирного тяготения, антигравитации, центросравнительных сил между тайфунами, циклонами. Массовая частица возникнет, когда эфирное волокно свернется кольцом, и отрицательная масса эспариального магнитного монополя возникнет, когда лево скрученное эспариальное эфирное волокно свернется, и положительная масса n-париального магнитного монополия возникнет, когда право скрученное n-париальное эфирное волокно свернется. Когда S-париальный магнитный монополий отрицательной массой вращается из-за унипариальной индукции Фарадея, такой S-париальный магнитный монополий намотан N-париальным волокном, то есть отрицательным зараженным электричеством на поверхности, и станет электроном. Когда N-париальный магнитный монополий положительной массой вращается из-за унипариальной индукции Фарадея, такой N-париальный магнитный монополий намотан N-париальным волокном, то есть зараженным положительным электричеством на поверхности, и станет позитрон. Все S-париальные магнитные монополии везде во всех Вселенной
и внутри ядра связаны, тогда как N-полярные магнитные монополии не связаны, а отдельны. Я употребляю вчера. Масса. Спросили это. Прямая линейная скорость. Покойная масса. Света. Это заряд электричества. Покойное электричество. Величина скорости вращения C минус VD действия означает длину хвоста эфирного волокна частицы, которая, когда концентрируется, формирует массу частицы, свертывая эфирное волокно вперед на направлении движения. По мере того, как линейная скорость VD повышается, длина хвоста уменьшается, количество уже вверченного, встроенного эфирного волокна увеличивается. Вместе с этим масса частицы увеличивается, тогда как этот хвост, размахиваемый структурой мёбиуса, окружающего частицу, направленный во всех направлениях, формирует обмен частицей. Скорость перекатывания S минус VD частицей означает скорость вращения одновременно в плоскости, параллельной к прямой скорости движения частицей, и в плоскости, перпендикулярной к прямой скорости частицей. По мере того, как прямая скорость VD уменьшается, то есть скорость перекатывания C минус VD увеличивается, массовая частица наматывает на себя больше N-полярное эфирное волокно. Иными словами, частица примет на себя большой электрический заряд фарадейским законом униполярной индукции, так что увеличение электрического заряда, вызывающего увеличение энтропии, повышает температуру, тогда как прямая скорость VD увеличивается, то есть скорость перекатывания C минус VD уменьшается, N-полярное эфирное волокно, наматывающее массовую частицу, фактор электрического заряда, отпадает, так что уменьшение электрического заряда, фактор величины энтропии, снижает температуру. Я показал вчера в аудитории такой.
это направление движения. Физическая модель. Магнитной материальной частицы. Сейчас я дам вам, во-первых, сравнительно хорошо в Японии, но в сущности плохой экземпляр физической чистки радиоактивности в Японии. О физической чистке радиоактивности цезию и стронтиум по-английски путем нормальной температурной ядерной синтезации с тяжелым водородом, предложенной японским Mitsubishi Heavy Engineering. Японская газета Nikkei 9 апреля 2014 года сообщила, тяжелый инженеринг Mitsubishi учредил технику, которая позволит изменить абсорбированным тяжелым водородом вид атомного ядра, особенно радиоактивного ядра, в нормальной температуре, используя нанотехнологию. Проще говоря, поставить мещенный материал между тонкими перепонками, составленными окисленными калицием и палладием. Авторитетная современная физика не может объяснить, почему ядерный синтез может произойти, и в этом случае почему при нормальной температуре, но в случае ядерной синтеза между атомами тяжелого водорода, почему в гипервысокой температуре. Наша новая физика умеет решать все доказательства, подробно предложенным в главе Казимирского эффекта, то есть нанотехнологиями. Ведь гипервысокая температура при ядерной синтезе между атомами тяжелого водорода следует из того, что они работают не в нанопространстве. Даже чтобы превратить нанограмм цезия и стронция в нерадиоактивные атомы, авторитетная современная физика требует несколько сотен часов и несколько миллионов лет, чтобы превратить несколько тонн. Кроме того, техника Mitsubishi не позволит
превратить уран и плутоний, потому что она может только повещать номер атома. Но все атомные элементы более тяжелые, чем уран и плутоний, радиоактивны. И следующий. Сейчас я дам вам хороший экземпляр, применение до сих пор изложенной новой физики. Система демонтирующая и уничтожающая в низкой температуре ядерное топливо, уран и плутоний. Когда параллельно сосредоточенной силой сильный луч света вторгнется сквозь лево скрученное сильное магнитное поле, вызванное электрическим током, текущим в лево скрученном геликоиде, ползающим на двух лентах Мёбиуса материала, заслоняющего магнитное поле, зажимающих с двух сторон, топологическая сверхпроводящая цепь, создающая нулевое магнитное поле, луч превысит скорость света и мощный эспариальный магнитный монополь огромной отрицательной массой генерирован в вакууме. Подобный эксперимент сделан Шахпароновым здесь, в России. Такой луч будет иметь немного превышающую сверхсветовую скорость. Это вызовет огромную отрицательную массу, доказанную закон сохранения импульса вращения. То есть относительной версии закона динамического взаимодействия Ньютона. Это значит... Когда мощный эспариальный магнитный монополь огромной отрицательной массой приблизится к протону и нейтрону внутри атомного ядра, он возьмет эспариальное эфирное волокно, связывающее все эспариальные магнитные монополи внутри протонов, состоящих из NSN париальных магнитных монополей, и нейтронов, состоящих из СНС париальных магнитных монополей. Затем разнимет и притянет все эспариальные магнитные монополи внутри протонов и нейтронов. С другой стороны, такой лево-вихревой мощный эспариальный магнитный монополь огромной отрицательной массой, ускоряющий скорость вращения правовихревого N-париального магнитного монополя, можно вывернет
и нулифицирует массу N-полярного магнитного монополия. И, следовательно, стряхнет N-полярное эфирное волокно, намотанное на поверхности N-полярного магнитного монополия. Сопровождающие эффектом магнитного охлаждения мощный S-полярный магнитный монополий огромной отрицательной массой демонтирует и совсем уничтожает в низкой температуре нейтроны и даже протоны ядра, ядерного топлива, уран и плутония. Да, это все. Да, все. Были неоднократно проведены опыты по формированию искусственного магнитного монополя. Да, да, да. Создавали сегменты магнитов, объединяли их в сферическую систему, в которой снаружи один полюс, другой внутри другой. Получилось полное размагничивание всех магнитов. А это отсюда следует, что магнитного монополя такого в природе нет. Им можно считать частицу, отдельность материи, которая не имеет электростатических свойств и магнитных свойств. И из этих частиц состоит вихрь электростатических отдельностей электростатического поля. Вопрос в чем? Вот это то, что вы написали, вот эта свернутость, разве это может существовать в квантовом мире, микромире? Это такое возможно только в нашем мире, где можно из пластических каких-то или упругих материалов создавать вот такие конструкции. Спасибо. Мой вопрос. Были ли вы вчера? Извините. Были вы вчера в аудитории? Вы были вчера в аудитории? Где я? Вы были в аудитории вчера? Нет, здесь, а в аудитории. Я показал, что если мы употребляем ленту Мёбиуса и на поверхности. Вы говорили о сфере, которая является подобием ленты Мёбиуса. Лента Мёбиуса, да. И прямой ток электричества. Если это лево скручено, если вы положите такой это такой магнит возникается SNS, если это лево скручено, если это право скручено, это будет NSN. Это уже не обыкновенный магнит. Вы понимаете? Магнит может создавать магнит, который под углом. Будет все равно на плечах север и юг, а в середине будет нейтральность. Нет. Это объективно мы знаем. Нормально это диполярное, да? NS. Но это NSN и SNS. Это действительно существует. Действительно существует. Да. И я избавил другое объяснение. Если мы соединем два лево скрученные ленту Мёбиуса и поток электрический ток в центре нулевое магнитное поле и Я
если это лево скручено, это S, 0, S. И если это право скручено, это N, 0, N. Такой магнит действительно существует в Японии. Нет, извините, пожалуйста. Да. Да. По-моему, у вас будет так. Вот это сюда? Да-да-да. А вот это сюда? Соединение два ленты. Два, да. Но монополь-то будет тогда, когда у вас все здесь равномерно. У вас ведь не равномерно. Ну, чего такие? Если там гораздо меньше, там, уставайте, то симметрия нарушится. Ну, конечно. Это уже хорошо. Нет, ну ладно, хорошо. Вот, конечно, вот эта информация про сферу, что я первый раз что-то интересно. Биполярный магнит, это только течение, течение эфира. Если нет рассматривать монополь, как ваша теория стыкуется с варками? Если там считать, что частицы состоят из кварков, то как она с этим как-нибудь стыкуется, вы так скажете? Извините, я не хорошо понял. Как ваша теория стыкуется с теорией кварков в связи с тем, что каждая частица состоит из кварков? А как кварк? Да, не, но мне не нравится использовать термин слово современной физики. Я назвал это как N-полярный монополий и S-полярный монополий вместо кварка. Да нет, есть кварка. Так, еще вопросы? Спасибо. Это все? Да.